И снова здравствуй. Ты наверняка уже догадался, что сегодня речь пойдет о таком эффекте, как фуз. А точнее, о реинкарнации одного из самых древних фузов на этой планете. А именно Tone Bender Mark I. Данная педаль изначально была выпущена аж в 1965 году. И до наших дней ее даже умудряются продавать за какие-то баснословные деньги и переиздавать. Так вот, педаль поучаствовала в огромном количестве записей в конце 60-х и 70-х годов, в том числе в записях Led Zeppelin и других известных групп, и отличается более жестким и сфокусированным звучанием, нежели Fuzz Face. Лично я для себя нашел, что тот же самый Fuzz Face лучше дружит с синглами, и мне всегда хотелось попробовать какой-то более жесткий и четкий фуз. Все предвещало, что Tone Bender – это именно то, что мне надо. Педаль отечественная, о чем свидетельствует противовандальный корпус, покрытый хамеритовой краской, которая обычно красит заборы. Итак, у нас есть два регулятора. Это level, уровень громкости. Unity я нашел примерно вот здесь на 70%. И attack, регулятор атаки. Соответственно, ты можешь определить для себя. Если ты мочишь по гитаре как дурнина, ставь его левее. Тогда это позволит тебе получить более четкий, отрывистый звук. Ну, если ты хочешь протяжный звук для соло, поворачивай в правую сторону почти до упора. Ну, разберешься. А еще есть прекрасная лампочка, которая светит красным цветом тебе прямо в глаза. Поиграем. Ну что ж, пришло время взлобнуть, так сказать, на холодную руку, если кто понимает, о чем я. Чистый звук нам сегодня предоставит Marshall GMP, старый, видавший всякое в этой жизни дерьмо, ничем его не удивишь. Звучит на чистом канале, точнее в лоу-канале, примерно так. Ну, такой, чуть-чуть с брейкапом, чистый звук, самое то, я думаю. Атака на середину. Активируем кибердемона. Зашипел. Так, ну, это пипец какой-то. Это прям сладж или дум уже какой-то. Но если мы приберем громкость, то получим читаемость. Ну, норм же. Попробуем атаку, так сказать, прибрать на 10%. Поставим ее. Ну да, такой четче звук немножко стал. Меньше гейна, конечно. А если вот прямо ее на максимум почти. Ну да, заметно она, конечно, перегружает сигнал. Так что мое любимое положение где-то вот здесь, на 70. Причем получается, что у нас есть и читаемость, и как бы достаточный сустейн. Так, а если с синглом? Тут у меня телекастеровский стоит. Ну что, прикольно. Такая достаточно быстрая у него атака. Можно даже какой-нибудь типа джен сыграть. Прикольно. Я тут находил режим велкро где-то вот на поменьше громкость и на 40% фуз.
Попробуем. На неком даче. Ну да, велкро. Как будто липучку отстегивают. И если ты досмотрел до этого момента, я могу сказать только одно, что ты мне настоящий бро. Честно говоря, я был сильно удивлен, когда увидел множество положительных комментариев под предыдущими своими видео, которые, честно говоря, я считаю, были сделаны не очень качественно, на скорую руку. Я не особо запарился над тем, что я говорю. Но, честно говоря, это сподвигло меня на то, чтобы я улучшил свой подход и надеюсь в будущем радовать вас более интересным и качественным контентом. Поэтому подпишитесь, поставьте лайки, поставьте дизлайки, напишите вопрос. Мне будет приятно. Все, пока.